уважаемое жюри! Меня зовут Шарифуллина Камила, мне 15 лет. Я живу в одном из самых красивых уголков России, в Республике Башкортостан. С первого класса моя мама записала меня на кружок по рисованию. Через 3 года я уже начала учиться в художественной школе. Ведь с самого рождения, как только я начала ходить и говорить с кистью и карандашами, я была на «ты». Уже с 2014 года я начала участвовать на различных выставках, олимпиадах, конкурсах и фестивалях. И с каждой новой победой я ставлю себе новые задачи и стремлюсь к ним. В этой картине я написала «Голубое озеро». Это озеро находится в нашей знаменитой Республике Башкортостан в Крамскалинском районе. На выходных в июне мы с сестрой решили выбраться на природу и посетить это замечательное озеро. Красота этого озера поразила и вдохновила меня на создание моей творческой работы. С левого берега его окружали пшеничные поля, а с правого берега высокие скалистые горы. Если подойти ближе, озеро отдавало зеленью, но сдалека оно казалось кристально-голубого цвета. Мне было бы безумно приятно, если бы вы смогли также прочувствовать всю эту атмосферу, всю эту красоту природы, умиротворенность озера, и вам бы очень понравилось.